Уже завтра, 8 сентября, до 8 вечера четверга перекроют участок улицы Пятилетки. Это отрезок от улицы Мира до улицы Свердлова. Во время перекрытия проезжей части тут будут проводить ремонтные работы, а поэтому общественный транспорт изменит свои маршруты. Например, 9-й троллейбус вперед поедет, как обычно, через дом учителя, а после ЦУМа вернется на околицу, как 6-й троллейбус. Автобусы номер 11, 14, 21, 37 и 41 объедут перекрытый участок через улицу Большевистскую. А вот 19 и 29 автобусы после остановки Северной поедут через строительный техникум, а после завернут на парк Комсомольский. Далее движение автобусов будет по обычному маршруту. Напоминаем, улицу Пятилетки вновь откроют 10 сентября в 8 вечера.